Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем заниматься немножко необычной работой. Точнее, работа обычная, изделие не совсем обычное, не стандартный навес. Вот над этой дверью, вот в этот угол зданий, то есть между баней и пристроем, нужно сделать навес. Чем сегодня и будем заниматься. Вот сама конструкция, столб, доборка и поликарбонат там был. Каркас навеса у нас установлен, зафиксировали его крышек, металлочерепица, закрепили его к стене, вот эта кирпичная. Вот эта стена, отделанная клинкером под кирпич. Сейчас выровняли, зафиксировали столб. Привариваем к арматуре его, сверху обварим и все покроем монолитным поликом. Толщина полика 4 мм, цвет бронза будет. Закончился монтаж у нас. Напоминаю, сегодня делали навес угловой с одним столбом. Каркас у нас сделан из трубы 40 на 40. Длина закреплена к крыше, ширина закреплена к стене. Столб стоит. Закреплен с помощью арматуры. Сверху у нас покрытие монолитный поликарбонат бронза 4 мм. Примыкание к стене облицовано уголком. По краю, по верхнему краю установлен тоже уголок облицовочный. Смотрится, конечно, супер. Такой издалека смотришь, кто-то телевизор положил на крышу. Свет пропускает, матовый, супер. Вот такой отличный навес получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.